Смерть Аида – это больше вопрос, чем ответ. Он был мертв, остальное неважно. Это было начало новой главы. Для всех нас. Возмездие, наконец, настигло Иосифа Чхеидзе, известного как Аид, лидера КВА, который организовал те страшные удары 4 года назад. Мы поговорили с Джонатаном Айронсом, основателем и директором Atlas International, частной военной компании, выследившей и уничтожившей Аида. Поздравляю, вы сделали то, что не удалось ни одному правительству. Спасибо, Венди, но наши герои — это люди Атласа, и я горжусь тем, чего они добились за эту неделю. Ходят слухи, что ООН предложит вам место в Совете Безопасности. Вы готовы пойти в политику? Ну, я люблю делать дело, так что нет. Взгляните, что мы сделали в Нью-Багдаде. 40 лет назад мы ушли из Ирака, поджав хвост. Город остался в руинах. Сегодня можно увидеть, что бывает, когда жертвуешь бюрократией ради дела. Эти ваши 4 года были невероятны. После атак КВА «Атлас» стал крупнейшей корпорацией на свете. Теперь вы также руководите самой многочисленной армией в мире. Каковы планы Джонатана Айронса? Утопия. Новый Багдад. Ирак. Специалист щит овердрайв магнитные перчатки кошка. Hello, people, вы на канале Железное Сердце. Мы продолжаем игру Продвинутая война Call of Duty. Митчелл, вы мне нужны немедленно. Илона, что там? Встречаемся в служебном помещении 6А. Никого с собой не берите. Понял, выступаем. Выясним, что ей нужно. Куколками поработали, вот тут постояли во время мультфильма. Что-то скользкий типан этот Айрон, я так чувствую. Просто не верится, что мы в Багдаде. 2 года назад нельзя было выйти наружу, чтобы не поймать пулю. А теперь здесь все процветает, мать его раз. Спасибо нам. Ну, цветет немножко, а чушь. Летает какая-то хрень. Беспилотники. Отряд «Эхо» вчера накрыл очередную ячейку КВА. Вся их сеть разваливается. Аид был ключевой фигурой. В мире заканчиваются засранцы, друг мой. Можно подумать о ранней пенсии. Добрый вечер, сэр. Привет, чувак. Эх, чувствую, пенсия, мы не дождемся своей пенсии. Готово. Вы говорили, куда идете? Нет, и что? Скрэмблер даст нам всего несколько минут. Подключитесь, я вам кое-что покажу. Что, ваша мать, происходит? Смотрите сюда. Это Айронс, с ученым, которого ты спас. Тот, кого вынули из реки? Он так и не вернулся в Нигерию. КВА готовят нападение. Они рассказали мне все. Что? Что за атака? Электростанции по всему миру. Они хотели, чтобы я отключил систему безопасности. Где они хотят ударить? Сиэтл, Париж, Токио. 1000 людей погибнут. Мы должны рассказать кому-то. Нет. Мы должны сказать всем. Ладно, хорошо, хорошо. Я этим займусь прямо сейчас. Да ну, нет. Он знал. Знал все и допустил такое. Все эти люди мертвы, а он просто срубил бабла. Откуда это у тебя? Ай. Голограмма, кровище-то настоящее. Последнее, что он успел сделать, передать нам это. А это не подделка? Для шифровки использовался наш алгоритм. Это Атлас. Это видели только мы. Надо уходить отсюда. Быстро! Ух ты, блин. Да, это видели не только мы уже. Видели. Мы все это видели. Видел что? Ты знал об атаках. Столько невинных это погибло. Это фальшивка, ее взяли у террориста. Да ты псих! Ты чудовище! Ты меня разочаровал. Ты мог получить все. Держите их, пока репортеры не ушли. Гидеон? Да, сэр. Гидеон!
Ты все видел сам. Он сказал, подделка. Он принял решение. Тузик в коротком поводке. Так, ну что, стой, будем воевать. Стой, где стоишь? Послушай, мы вошли в твою экзосистему. Доверься мне. Через 10 секунд включится система пожаротушения. Приготовься, придется бежать. Пошел! Надо выбираться. Срочно. Пойдем, Илонка. Детей заделаем. Ты кто? Друг, не останавливайся. Блокирующие двери подпорядки. Мы не можем переходить на крыльцо. Тупик! Срочно! Мать вашу! Стой! Тупик. Рейси, меня выбирайся на крышу. Придется воспользоваться магнитными захватами. Блин, это не работает. Давай магнитики. Мы активируем бронетрон. На крыше у тебя будет всего несколько секунд. Мы окажемся в ловушке. Вечер. Дроны, бежим! Нихера себе. Да, бежим. Нам надо укрыться от этого роя, быстро! Сюда! Я вперед тебя бегу, дурочка. Давай, иди вперед, я буду за тобой. Аллах Акбар! Перехватывай управление воротами. Пробеги по крыше и прыгай в просвет. Мы на пятом этаже! Давай! Тяни! Прыжок! Чёки мы толстенькие. Плывем. Блин, она быстро плавает. Прямо перед тобой. Скорее. Лучше не всплывать, я думаю. Так, сердечко бьется, но насрать. Во вкусной жижи плаваем. Так, все. Что дальше? Дальше наверх видим. Давай. Звезда! И что теперь? Тебе нужно пройти через старый город. Беги к токам. Они весь город перекроют, чтобы нас найти. Что за друг за такой? Мы сейчас еще КВАшниками станем, наверное. Из места! Лечь на землю! На колени, быстро! Они сгоняют штатских. У нас мало времени. Сюда. Давай вниз, на улицу. Так. Или убрать его, или не надо. Так, куда нам? Наверх, наверное. Атлас 1, мы прижали бегунов в старом городе. В укрытие! Все, пипец мне, короче, походу. Полный. На тебе! Пиперку. Че, прыгать умеете, что ли? А я не могу прыгать так, ё-моё. Наверх. Контакт, блин. А повоевать? Блин, они в брониках, не пробиваются ни хрена. Спать, дорогуша. Иди. Есть.
Где контакт? Доки прямо по курсу! В конце дока тебя ждет судно. На час! Так, этот человечек был мирный. Подключайся. В доки уничтожить. Да ё-моё. На, в репу тебе. Вот так просто, короче, не убьешь. Нормально все, на борт. Так, квадратиком, видимо. Квадратиком. На 6 часов. Перекрыл. Пригодится. Вижу его. Крюк. Капитан Крюк, вперед. Ловите по каналу к торговому центру. За нами гонятся дроны. Только отстреливайся, я буду управлять. Так. Ух ты. Давай быстрее. Прикольно. Хрен-то. Ё-моё. Давай на пандус. Пандус. Есть пандус! Ракета, ныряй! Отлично нырнули! Опять ракеты! Нормально все. Наверное. Воздух! Ныряем! Осторожно! Ха-ха, сыкуешь? Воздух! Ныряем! Опять ракеты! Надо заманить их под кораблики. Осторожно! Ё-моё. Близко к чему? Наверное, ко всему. Да ё-моё, все собрал. Все бортики. Осторожно! Ныряем. Ныряем. Так и плывем. Палки. Это заскриптованная цена была. Илона, слышите меня? Не останавливайтесь. Че, Илонка, ты готова умирать? Ты сегодня? В порядке? Ты можешь идти. Вас поняла. Лодке конец. Идем пешком. Точка эвакуации над вами. На крыше. Как мы должны туда добираться? Используй крюк. Митчелл, мы можем зацепить крюк вот тут, наверху. Мастер очевидности. Над нами еще одно место для крюка. Надо сначала точку выбрать, а потом, видимо, кидать крюк. Двигайся, двигайся! То я нажал L1 и думаю, что он не двигает. Контакт! В укрытие! Где контакт? Осторожно, контейнеры! Они горят? Блин. Осторожно! Ё-моё! Контейнеры, блин. Дайте пройти. Так, ну где вы там, ребятки? Где ранен? Убитый? Ты почти на месте! Цепляй крюк и лезь на башню! Вперед, вперед! Вперед! Придется воспользоваться магнитными захватами.
Господи. Мастер-лазутчик. Сюда! Куда сюда, ё? Лезь на переход! Прыгайте и дальше по переходу! Враги за бастонами! Идите по переходу! Свободен. Где они? Ух ты, а ты откуда взялся? Че, ловкий самый, что ли? Идите в крану и пройдите по нему. Так куда, чего? Осторожно! Пока разберешься, блин, с этим дерьмом. Не останавливаться! Прыгай, Митчелл! Вот они, невидимые. Узнаешь своего сержанта, а? Мы вас отсюда вытащим. Митчка! Что такое, босс? Назад! Если ты врешь про Айронса, я сам тебя достану. Я права. Атлас 1, доложите. Крыша чиста, ни следа. Ладно, входим. Пошли. Сержант, а ты от этого как оказался? Это поворот. Утопия. При помощи командира вашего старого отряда Кармака вы с Ионой покинули новый Бак. Багдад. Вас вывезут в неизвестном месте для отчета. Ни одного улучшения не получил. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой вот неожиданный поворот событий. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, если хотите увидеть продолжение. Но если не хотите, все равно поставьте лайк, если вы знаете, чем закончится. А мне очень интересно, что будет дальше. До новых встреч. Magic people won't do people. The voodoo, who do what you don't dare do people. Нашел ствол. Он не мой. Этот мертв. Нет!